Давайте посмотрим прогноз на апрель. Прогноз на апрель. Давайте посмотрим, что будет общим фоном в апреле. Чего ожидать? Подумайте о себе, о своей жизни. О вас, о красавицах, думайте. Итак, общий фон. Так, все будет просмотрено под микроскопом. Девочки, у кого-то будут связаны руки, и очень много будет сомнений. Очень много, девочки. Все будете изучать, все будете просматривать. Каждый шаг, каждая мысль, каждое желание, все будет у вас рассматриваться тщательно. Это и хорошо. Очень много сомнений будет по поводу всего, девочки, денег, работы, может быть, отношений, своего самочувствия, да, куда пойти, что сделать, а надо ли и так далее. И еще показано то, что связано по рукам, девочки, что-то, какие-то будут ограничения в апреле. Давайте посмотрим по деньгам. Что будет по деньгам? Работа, деньги. Могу сказать, что в деньгах, девочки, ничего хорошего в апреле не ожидается, да. Тут говорит о том, что даже возможны какие-то потери по деньгам. Либо не будет нужных выплат, либо задержка, да, либо вообще могут быть потери. У кого-то может быть также потери работы. Именно потери, девочки. Но опять же, все, девчонки, к лучшему. У вас есть какой-то опыт, какие-то наработки свои. Вы мастер своего дела, все-таки мудрец. Поэтому работу давайте посмотрим, кто потеряет работу, найдет ли ее, либо вообще найдет ли работу. Да, девочки, найдете вы работу. Хоть эта работа и не будет по деньгам совсем вау, но она все-таки, девчонки, будет. Будет работа. Да, девчонки, это будет такое знаменательное событие в этом месяце про работу. Очень долго будете охотиться за каким-то местом, либо хотеть куда-то попасть, да, это у вас получится. Давайте посмотрим все-таки еще по деньгам с новой работой, раз уж так выпало. Наколдовать, да, вам надо будет денежки. Нет, девочки, по деньгам будет трудновато все-таки. Здесь пока что не скажу, что будет хорошо, с деньгами будет трудновато. Давайте посмотрим отношения. Хотя, опять же, тут говорится, девочки, все-таки карта ведьма, вы можете, можно сказать, наколдовать, сила мысли, она есть. Интуицию, у кого развита, девчонки могут себе, так сказать, найти хорошую работу. Давайте посмотрим в отношениях, что будет в отношениях в апреле месяце. Давайте посмотрим те, кто женаты. Ну, тут, девчонки, все запутано, неизвестно как. Человек довольно такой, девчонки, муж у вас довольно, у кого есть проблемы, они будут дальше развиваться. Человек, да, вот карта демон говорит о том, что человек с пристрастиями, с какими-то, да, нехорошими. Человек властный, такой очень грубый, сам себе на уме, да, что хочу, то ворочу. У кого нет мужа, да, что будет в отношениях? Будут ли отношения в апреле? Путь. Очень много иллюзий у вас по этому поводу. Очень много вы заострили прямо внимание. Прямо заострились. Спите и видите, да, как какие-то отношения. Да, здесь будет человек, но человек тоже, девочки, очень такой себе на уме, как я тоже это называю. Какой-то новый путь у вас с ним будет. Но, опять же, девочки, человек-правитель. Свои правила, свои правила. Только по его правилам, по его законам могут быть отношения. Поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны. У кого отношения на ладан дышат, да, не женатые, не замужние, на ладан дышат, либо в ссорах, что будет у вас?
Здесь, девочки, возможно, какое-то примирение. Даже примирение возможно на почве каких-то новых знаний, либо каких-то новых документов. Что-то вас свяжет такое, знаете, законодательное, можно сказать. Что-то, не могу понять, что-то такое, но примирение возможно. Оно даже будет таким насыщенным. Человек придет к вам, да, с чем-то, с каким-то подарком. Вот как я могу вам сказать. Давайте посмотрим здоровье. Здоровье. Так, девочки, прислушивайтесь к себе. Вообще, здоровье семейного фона вашего, семейный фон, ваше само здоровье, оно будет спокойным. Опять же, здесь говорится, что если заболевания какие-то по роду передающиеся, может быть обострение, они могут скрываться, закрываться, да, и выдаться внезапно, причем в такой обостренной форме. Но вообще дело в том, что... Ой, не дело в том, что, извините, заговариваюсь уже. Вообще по здоровью будет нормально, если вы будете за собой следить и прислушиваться в этом месяце. Если что-то где-то не так, девочки, сразу надо реагировать. Все-таки есть риск каких-то вот таких семейных заболеваний, как здесь показано, да, которые передаются из рода в род к вам. Так, ну что еще можно посмотреть, девчонки? Давайте посмотрим итог. Итог месяца. Апрель, да? Какой будет итог? В итоге. Какой, как он пройдет для вас, да? Девочки, вообще карьерная лестница вверх. Значит, подъем все-таки будет. Работа у кого-то будет найдена. Если старая работа, то все равно какие-то подвижки вперед будут. По деньгам немного, но все равно постепенно что-то будет. Потихонечку. Точно так же в отношениях, да. У кого-то муж демон, значит, из лабиринта возможен все-таки какой-то выход будет в более положительный результат, да. У кого, значит, мужчины вообще не было, возможно, тоже подвижка. Где-то будете рядом ходить, либо все-таки человека встретите, да, с которым пойдете. У кого в отношениях были ссоры и так далее, девочки, тоже подвижки будут. Карьерная лестница, девочки, это всегда шаги вперед. Поэтому все-таки месяц будет хоть и тяжелым, но неплохим.